Я скупилась по-взрослому. Мелочи, но по-взрослому. Сегодня нас и снимаю на другой гаджет, который мне не нравится. Ладно. Зашла, купила молоко. Так, была я на своем любимом рынке на Конном. По магазинчикам, по хозяйственным прошвырнулась. Молоко уже взяла возле дома. Губки кухонные. Они туда-сюда, я их выбрасываю, долго не держатся. Взяла вот этот кислородный отбеливатель. Я смотрю, девчонки пользуются, но у нас вот такой нашла. Нашла в маленькой упаковке кисневый отбеливач. Попробую, мне там надо одеялко отбелить белое. Ну, такое, по мелочам. И говорят, хорошо чистит и... кастрюли. Ну, буду потом пробовать. Купить купила. Это у нас там есть магазинчики Аврора, Смайл Маркет. Язык сломать можно. Там же взяла такое мыло. Мне понравилось в него. Я когда-то такое брала. У него такой ненавязчивый запах. И он без красителей, он белый. Ну и еще такой солидный флакончик, который я потом хочу, когда мыло закончится, переставить на кухню и сюда моющего средства для посуды наливать. Он такой устойчивый, на вид под мою беленькую кухню подойдет. Ну, этот пока тут для рук мыло. Ну, хорошая. Так, еще. Пена для ванн. Начинается холода. Пена для ванн, банан, таманго. Большого выбора я не нашла. Там еще было что-то с шоколадом, что-то с апельсином. Взяла вот такую. По ценам я сейчас не буду озвучивать, потому что брала все в разных вот этих магазинчиках. И с ценами могу напутать. Короче, показываю, что купила. Пену для ванн я всегда беру, так знаете, к холодам. Люблю, когда на улице холодает, набрать горячей воды, сделать себе ванну пенную и полежать в ней. Вот это для меня лучший отдых. Антистресс и релакс. Так, что еще с такого купила? С химии. Сейчас вот покажу. Тоже в одном из таких маленьких магазинчиков была сегодня акция на вот это моющее средство. Это как для стирки. Само. Универсальное. Что-то оно дешевенькое было. 47 гривен, по-моему. Это литр. Но я взяла, потому что я без машины. Мне вообще-то надо порошок или моющее для стирки купить такое жидкое. Но без машины все в руках, чуть руки не оторвало. Сашка на работе, а я ж пока он на работе, пользуюсь моментом, не смоталась. Взяла вот такую вот подставку
для крыши, для досточек. Не знаю, как она будет в работе, как она будет в ходу. Но у меня вот эти крышки, которые я в столе сейчас, от кастрюль, они меня бесят. Они падают, заваливаются. Вот такая каша. Там надо, кстати, навести порядок и все поубирать. Ну, не знаю, вот это с крышками прямо у меня... Крышки прям меня бесят. Вот такие взяла крючочки на липучке. 2 килограмма выдерживают. Ну, приспособлю его или для полотенец, или мне надо в коридоре под ключи какой-то крючочек, потому что вечно ключи у меня валяются там, где попало, а потом ищем. Ну, не знаю, как оно будет держаться на вот этой липкой ленте. Я что-то таким вещам не очень доверяю. Ну, посмотрим. Вот эту тоже штуковину взяла. Думаю, буду убирать в шкафах. Вот планирую навести порядок. У меня там уже за лето насыпалось, накидалось всего-всего. Надо наводить порядки и под что-то приспособлю. Может быть, под специи, может быть, под досточки. Ну, в процессе работы, в процессе уборки я потом придумаю, куда это присобачить. Оно пригодится. И по акции еще вот такой твердый дезодорант был. Короче, почти в полцены. Я взяла, никогда его не брала. Твердый. Я обычно Рексону это брала, но она тоже дорогая. Он запах приятный. Ну, я такими пользуюсь твердыми. А вот это что-то было очень дешевое. Или 57, или 47 гривен. Короче, полцены от такой стоимости. Взяла, думаю, у меня то есть. Я недавно покупала. Думаю, будет в запасе. Пускай будет. Так, все. Тут я разобрала все. Теперь сюда. Зашла ж еще в один же... Маркет. Тоже взяла вот таких по 2 штуки. Ну, мне было, знаете, я хотела все взять в одном цвете. То такие яркие вот эти всякие корзиночки. Вырви глаз называется. То не такого цвета, как мне надо. Ну, взяла, но с того, что было, выбрала вот такие. Такой нежный, такой пудровый, нежный такой серый цвет. Тоже буду убирать в шкафах для хранения, под что-то приспособлю. Может быть, под те же специи. Ну, я потом буду пробовать, как мне, для чего это все приспособить, пригодится. И вот такая вот корзиночка с такими буковками, вот такая она. Я думаю, пригодится под что-то все равно. Все-таки надо как-то все... Ну, места катастрофически не хватает. Все надо уместить. Сколько всего захламилось. Надо... Подходят холода, надо расхламливаться. Так, что взяла? Любимый свой творожок купила. Домашний, на рынке. 160 гривен сейчас килограмм. Тут 800 грамм. Пробовала, вкусный. Как Наташа любит. Так. Рыбу взяла. Хек. Буду размораживать, пожарю. Давно я рыбу не жарила. Тоже. А почем она? По 100, 139 или 149. Ну, тут 2 штучки таких больших, крупных рыбинки. Это на ужин пойдет. Уже... Она уже растает. Так, это, короче, серии янтарь, сырок намазать на бутерброд. Так, что я взяла еще? Ага, взяла специи для плова. Я хотела покупать сначала специи в магазине. А потом зашла на сам рынок, там возле специй такие ароматы стоят. Думаю, да, елки-палки, я куплю в них. 40 гривен вот эта баночка для плова, у них тут уже все, состав собран.
Я когда-то брала, мне нравятся вот эти восточные все приправки. Я взяла у них и взяла фиников немножко. Ну, на работу там, знаете, кофе. Так, что я взяла? Любимое сало. Давно уже сало не брала. То, что я покупала раньше, часть на дачу отвозила. И часть была в морозилке. Уже доели, уже пусто. И опять я взяла такое ароматное сало. Но что-то сегодня моя Светочка была не в духе. Как-то она сегодня очень какая-то опечаленная, расстроенная. И я быстро-быстро даже не стала с ней разговаривать. Взяла то, что мне надо. 160 гривен. Самое тоненькое сало, самое такое. Но я даже не пробовала. Я знаю, что сало у нее хорошее. Больше ни у кого не беру. И беру кровянку вот в одной женщины. Там тоже уже 100 раз у нее брала. И взяла солдисон. Кровянка уже 70. Тоже даже не пробовала, потому что я знаю, что это вкусно. Ну, если один человек готовит, всегда я у нее покупаю. И она пробу взяла кусочек солдисона. 140 гривен килограмм. Думаю, на бутерброды все-таки лучше, чем колбаса. Я руки помыла уже, если что. Лучше, чем колбаса. Все-таки мясо, тут язык попадается, сало, ну все ж, ну солдисон вот такой спрессованный. Пахнет вкусно, вкусно. Так что на бутербродик Сашке на работу будет что взять. Все, даже не знаю, сколько потратила. Наверное, много. Сколько не возьми, сколько потратишь. Ну вот это пока и все. Хотелось бы еще что-то купить, но я бы уже не дотащила. Прямо руки отрываются. Тяжело, тяжело все тащить в руках. Я на трамвайчике назад приехала и вырвалась так пораньше, потому что, думаю, пока не так жарко на улице. Ну, ночью у нас 12-13, а днем до 27 градусов. Хотя ветерок такой прохладненький, но на солнце прям хорошо, хорошо, тепло. Я думаю, поеду с утра, быстренько скуплюсь, и у меня уже будет день свободный. У меня там стирка стоит, надо развешивать. Так что выходные есть, чем заняться. Надо все вот это разобрать, вот это настроиться, может быть, вместе с вами, поубирать в шкафах, навести порядок в крупах. Ну, как порядок? Ну, место, ну, что тут этой кухни 5,8 квадратов. Что тут того места? Это очень маленькая кухня. Тут даже если вдвоем Сашка и то места не хватает. Не говоря уже про что-то другое. Так, на видео порядке. А, сейчас я вам покажу. Еще я купила покрывало, но я покупала это уже среди недели было, на Барабашку ездила на базар и там купила. Я его купила, даже не знаю, как приспособить. Мне хотелось поменять покрывало на кресле и на маленьком диванчике. Но я сейчас застелю, посмотрю. Я, скорее всего, наверное, его разрежу, чтобы. Я взяла по размерах 2,20 на 2,40. Самое такое большое. Специально для того, чтобы, думаю, или на наш диван послать. Прямо, чтобы оно так свисало. Ну, у нас там диван, а сверху лежит на диване матрас, вот этот топер. Думаю, или пойдет новенькое покрывало на диван. Или разрежу его на кресло и на диванчик. Ну, сейчас посмотрю. Сейчас буду убираться и все тогда сделаю, покажу, как получилось. Так, все. Ну, пока все, а там увидимся. Этот маленький диванчик, который раскладывается, это для гостей, когда кто-то приезжает или там. Или кому-то нужно у нас остановиться.
этот диванчик вот так раскладывается. И получается обычное хорошее спальное место, лучше, чем на раскладушке. Да и мы иногда на нем садимся, смотрим телевизор. Если кто-то приходит в гости, тоже на нем присаживаемся. И вот это кресло, которое качается, тоже получилось в одном цвете. Самое дешевое покрывало, которое есть, большое, правда, разрезала и вот так вышло. Может быть, еще надо точно такого цвета купить и на диванчик, потому что диванчик теперь остался без нового одеялка, без нового покрывалка. Ну ничего. Сейчас у меня там стирка стоит. Подушки, ну тоже немного сюда. Не очень, но ничего, все пойдет. Вот так. Так. Ну, я пока довольна. А там посмотрим, как это все будет в деле. Места, конечно, мало. Выдумывать тут не с чего. Ну, хоть вот так.